Ну что же, здравствуй, мальчик, здравствуй, Димыч, с вами снова я, Кирилл, и мы продолжаем прохождение GTA 5, и на этот раз, чтобы не затягивать ваше время, я решил сразу же поехать на миссию. Вспомним прошлую часть, но перед тем, как мы ее вспомним, я хочу рассказать о том, что сегодня у меня в видео не будет веб-камеры. Собственно говоря, вы уже по экрану это поняли. Димычу я недавно звонил. И если он сегодня будет у тебя в гостях, мальчик, то он, наверное, знает, почему, собственно говоря, ее сейчас нет. И в ближайшее время попытаемся этот вопрос решить, собственно говоря. Потому что он говорит, что эта веб-камера у него с нормальным качеством работает, а у меня почему-то эта же веб-камера его, которую он мне дал, работает с херовым качеством. В общем-то, будем эту проблему как-то решать. А пока запишем просто с наушниками. И сегодня наш дорогой Петров получит оценки в четверти в конце 10 класса. И, собственно говоря, посмотрим на его великие реакции на эти оценки. Надеюсь, тебе они понравятся, пацанючек. И, собственно говоря, в прошлой части, ну, в общем-то, попытаемся побыстрее решить эту проблему с вебкой. И, в общем-то, мы ее решим. В общем-то, в прошлой части мы наконец-то нашли Майкла де Санта с помощью нашего друга Рона, который, собственно говоря, разузнал, что он находится в Лос-Сантосе, и что у него есть жена и двое детей. И теперь мы отправились в Лос-Сантос, но мы еще его не встретили, и Тревор как раз собирается его скоро встретить, собственно говоря. И у нас на счету две миссии, первая побочная, и вторая как раз-таки уже под Майклом. Мы к нему придем и забредем. Ну что же, после этой миссии... Перед миссией Майкла я уже расскажу вам, какие оценки вышли у нашего дорогого мальчика Петрова, собственно говоря, Петрова Саши. И теперь заходим на побочную миссию. Эта часть получится довольно короткой, наверное. Чокнутые англичане. Stunt double? Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap! Watch the birdie! Pretend to throttle me. Ты что делаешь, дура? Это ж Тревор. Сейчас ты лей, отхватишь, и все, и капец. Okay, well, that would be my pleasure. Like that, huh? Что за дурной дед какой-то? Maybe something like this? Or like that? Мазохист какой-то, блядь. You like that? That's enough, you like that? Ooh. Тревор. Wow, that's quite a woman there, huh? We are not worthy. We're not worthy. I'm not Jock. Вот же лаптица, а? Cranley, big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yes. Before we met you, we were trying to break into Bruce Spade's house. And steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best. Such fun. Вот чокнутые, вот реально чокнутые, прям вообще под название, какие-то лапти вообще необразованные. Перепутали нашего Тревора, они, короче, с какой-то суперзвездой или знаменитостью и приняли его, в общем-то, за эту суперзвезду. Ну, а Тревор, конечно, вообще не въехал, что за херня вообще происходит, ну и пошли они все в жопу, реально. Короче, в общем-то, как я уже говорил, попытаемся решить вопрос с вебкой на днях, я надеюсь, если Димыч, конечно, Димыч придет, мы сравним. Принесет мою вебку, и мы сравним вместе в один тот же слот две вебки. Если одна будет, у одной будет хорошее качество, а у другой плохое, значит, короче, Димыч пролетел. Даже несмотря на то, что у него было раньше все с ней хорошо. Но, в общем-то, не в этом дело. Потому что, блин, в этой вебке вы видели бы качество
видео этой вебки. Хуже, чем в жопе у негра. Серьезно, даже хуже. Хуже. Ладно, в общем-то, миссия была... это вообще была какая-то херня, а не миссия. Это, я думал, вот какая-то миссия будет, а это была просто какое-то обычное... Чудаки-незнакомцы. Такая рубрика, так сказать. Ну, после этой рубрики мы отправляемся уже на более полноценную миссию, важную миссию в этой, собственно говоря, игре. Уже миссию Майкла. И посмотрим реакцию Тревора на Майкла, как он отреагирует на то, что Майкл прятался от Тревора почти 10 лет. И вообще, как он его воспримет, и, собственно говоря, все в этом роде. Ну и, в общем-то, перед началом миссии Майкла я как раз таки и посмотрим на оценочки в конце 10 класса нашего Санюшки Петрова и поржем от души. Да, вот такие вот дела. Их немножко подлагивает. Тоже что-то у меня какие-то лаги начались в последнее время, тоже сбито опять, не знаю. В общем-то, может, таблетка устарела, и хер там его знает. Но буду налаживать со временем. Такие вот, собственно говоря, дела. Музыку я отключил, ну и в жопу. Тут нет нормальной музыки. Тут есть нормальная музыка, там, классика, там, Канзас, всякое прочее, но они редко попадаются, поэтому тут раз на раз. Вот такие вот дела. Сейчас будет, кстати говоря, интересная миссия, да. И после этой миссии мы уже сможем полноценно переключаться пока что на двух персонажей, Тревора и Майкла, но потом уже и на Франклина сможем, как говорится, полноценно переключаться, так сказать. Итак, ну что же, давайте посмотрим, собственно говоря, в дневничок, в годовой, на оценки нашего Санюшки Петровича, Петрова, так сказать. Ну что же, ребятки. Смотрим на его оценочки. Так, какой там у нас идет первый предмет? Правильно. Английский язык. Смотрим. Так, английский язык. Петров. 5. Да, вот как надо радоваться. Член чешет. Да, собственно, такая радость была у Петрова, когда он увидел по английскому свой оценку. Да иди ты. Так, дальше. История. Петров в годовой 4. Ха! Человек радуется, что еще можно сказать, да? Дальше. Физика. Петров. 3. Да почему? Господи, учитель. Нахрена ж ты поставил по физике-то ему 3? Ты видел его реакцию-то? Петров, то ты по это... Как сказать? Помягче, а то чуть не оглох. Реакция, конечно, есть реакция, но тем не менее. Дальше. Русский язык. Петров. 2, сука. Господи, мне так жалко этого мальчика. Он так хорошо учился. Почему он получил 2 по-русскому? Это же так обидно, понимаете? Это так обидно, получить 2 по-русскому. И теперь самое главное. По математике, по ЕГЭ. То есть уже не по годовой-то у него 3, да? А вот по математике, по ЕГЭ, собственно говоря, Петров ждет своей оценки. И, собственно говоря, уже давай в ожидании. Типа, давай, говори оценку, давай. Уже думает, какая же у него будет оценка. Давай. А в итоге у него получилась неудовлетворительная оценка и отчисление из школы за то, что он не сдал. И его оставили на второй год. Сука! Ты чего? Потому, блин, почему? Не справился ты с математикой, блин. Не справился. Так что, Петров, давай. Остался ты на второй год. В следующем году получше готовься. А не дрогай по утрам. Ладно, все. Вот, собственно говоря, какие оценочки у нашего
Санюшки Петрова, и, собственно говоря, теперь продолжаем миссию Майкла. Продолжаем и смотрим ролик, перед которым я... во время которого я буду умолкать. Да. И в постельке потрогаю маленько. Все. Миссия у нас называется «Стыд или слава». There you are, you little shit. Are you looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You two, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand? Hmm? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro? Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward. Situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner. But, can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good Lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael! She might disagree with you on that. Jesus Christ, what, now? Now? Where? The Maze Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, come on! Пошли, сука. Тревор, ты вообще даешь, а можем за Майкла сейчас переключиться? Нихера. Ладно, собственно говоря, да, ну, не убил Тревор Майкла. Так, пока не буду разговаривать, я поставлю звук на уменьшение, чтобы он был слышен меня, а то они меня всего перебьют нахер, и все, и пока вырублю звук. Нашел Тревор Майкла, отреагировал так более-менее, слава богу, что не убил, да? И, собственно говоря, родственники, семья, то есть семья Майкла реагировала тоже, отреагировала. Ну так, более-менее, как это сказать, нейтрально на Тревора, то есть пришел, да пришел, да. Ну, разумеется, они, конечно, были удивлены, что он пришел, и сам Майкл, но... И даже чуть-чуть было испуга в их глазах, в их лицах, но, тем не менее, потом они уже привкусили. И Тревор, походу, чему-то научился за все эти 10 лет, потому что раньше он был еще хуже, как мы знаем, да, он был с усами и со своими вшами, так сказать, да. И не знаю, изменила ли его жизнь за эти 10 лет, и собственно говоря, мы это узнаем, точнее, это узнают наши остальные два персонажа, за которых мы будем проходить GTA 5, да. Так, надеюсь, вам понравились реакции Санюшки Петрова. Он, разумеется, исправится. Так, будет играть чуть подлагивать, не знаю, какого хера она будет лагает, я не знаю. Может, это в бандикаме нужно изменить, я хер вообще его понимаю, что-то не знаю.
Вот такие вот дела. Что-то на полный экран режиме вообще невозможно записывать. Так еще более-менее, хоть чуть-чуть. Опять стала, короче, просидка кадров. Короче, вот такая вот херобора. Ну ладно, мы, собственно, реиграем. Ну, надеюсь, что наладится. Потому что если не от Димыча, короче, все зависит. Если не наладится, то придется. Потому что с таким качеством вебки я записывать не буду. Тогда уж лучше в жопе негра сидеть, чем я реально говорю. Потому что я тогда себе всю жопу пору, если буду записывать с таким качеством. Блин. Лучше уж повеситься тогда, реально. Потому что ты бы видел это качество. Я, кстати, нашел в бандикаме такую функцию, которая, в общем-то, можно записывать с рабочего стола. Видео с веб-камеры. Не просто там рабочий стол твой виден и твое лицо, а вот полностью твое лицо, то есть видно. Как вот в фильме. Вот так, такие вот дела. По мне легче камера даже лучше у этого телефона, который я нашел. Такие вот дела. Ну что ж, ладно, не будем отвлекаться от сюжета. Мы, в общем-то, сейчас отправляемся на шоу Трейси, дочери Майкла, стыд или слава, потому что они как-то странно отреагировали на это шоу и не хотят, чтобы Трейси опозорилась на нем, думая именно так. И, собственно говоря, поехали разбираться наши персонажи в это место. Давай мы уже прибавим звука, наверное. Ты, сука, ты давай. Ты что, херела, что ли? Вот. Так. Все. Все, давай. Что-то подлагивать больше стало. Ну ладно, все нормально. Все, вот мы, это шоу. Заходим. Давай. Сейчас будет один такой приятный ролик. Разумеется, для мужской аудитории. Все, расходитесь, все, сука, Тревор идет. Короче, я сейчас буду мало шутить, так мало юморничать, все потому, что я без вебки. Без вебки как-то не очень интересно шутить. Ну ладно, все равно. Так. Сейчас мы найдем этого, кто все это затеял. Трейси fucking DeSanta, fuck Scooter! Нихера себе, Тревор, ну ты даешь вообще. Тревор так как это. Охереть. It's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, да ладно. Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies, or a rainbow, or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and... Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. Three, two, one. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music! Смотри. Сиськи, жопа, сиськи, жопа. Хера себе, что уже охерел, что ли, совсем? Вали отсюда. Ну все, устроили тут балаган, двое папочек. Я, кстати, на нее подробно... Ой, зачем я это сказал? Ладно, все, я же пошутил. Так, бежим за этим дебилом, который, собственно говоря, все это затеял. И проучим скота. Давай, расходись, сука. Бежим за ним. Расходись, я сказал. Иди нахер, жирный жердяй, жирная жопа. Уезжаешь? Стой. Стоять. Почему мы должны в это садиться? Иди отсюда, у тебя прав нет, ты их из жопы достал. Я тебе их куплю через 100 лет. Ну, собственно говоря, я... Да иди ты нахер, блин. Водитель.
Почему вы должны именно на этой машине его догонять? Что за бред? Это, конечно, понимаю, что по скрипту, но тем не менее. Миссию я проходил, довольно такая интересная. Мы сейчас должны следовать за этим мужиком и, собственно говоря, потом отцепить Н. Аж. Все. О, мы трейлер отцепили. Мы трейлер отцепили, все. Теперь нам будет легче его догнать. Все, едем, короче, за ним. Встает! Быстро! Ты будешь знать. Обижать дочку самого Майкла и Тревора. Короче, проходя первый раз эту миссию, можно подумать, что его нужно убить. Но на самом деле за ним просто нужно проследовать. И, кстати, хочу вам проспойлернуть. Он еще легко отделается в этой миссии, я бы сказал. Я бы сказал, очень легко. Куда он вообще едет? Дурак, ты куда-то под поезд-то едешь? Сейчас собьет ведь. Ах, ты мне похер вообще. На этого дурачка. Короче, буду налаживать. Да. Куда поехал? Какой тоже жердяй. Ну, он не такой сильный жердяй. Ну, тоже он. Мы ему покажем сейчас. Нашу Трейси подбежал. Устраивай, блядь, свое тупое шоу, но это не значит, что ты должен уже к таким мерам прибегать, чтобы аж уже имитировать Сека с Оротиком, она. Понял тут у меня? Вон! Догоняй его, смысл. Конечно, можно на него стрелять, но это бесполезно. Вот я пострелять могу у него. Я только потрачу тупо патроны. Патроны, как говорится, впустую. Куда ты прешь? Лихач хера. Езжай. Все, скоро мы его уже поймаем, господи. Сука, боже мой, помогите. Ну как спираль, как какие-то юла, блин, покрутился, короче, вы видели вообще? Как какая-то юла, реально, эта машина, он... Как юла какая-то прокрутилась. Не понял, он что, уехал, что ли? Да ну. Куда он исчез-то? А, вот он. Мы его догоняем. Ну все, сука, он в пике. Иди сюда, ёпта. Надо было раньше выскакивать. Ну что, смотрим еще один такой жачный ролик. И внимательно смотрим на субтитры. I didn't mean anything by it, all right? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Вот сейчас я за Трево. I'm a A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean... Aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius, I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants. Снимай штаны, сука. Штаны снимай. Член показывай. Считаешь, что еще легко отделался. Тевор, тебе мог вообще там раздеть полностью и в воду его накунуть. А это уже реальные прикольчики от Rockstar. Please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. Alright, come on, get up. Take off. Go, now. Before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see. Где бы джинсы забери? Лапоть необразованный, блин. Джинсы бы хотя бы забрал. Тюлень, блин, вообще какой-то. Oh,
легко вообще отделался, то есть, да? Что за Дэйв? Ну что ж, тут мы снова переключаемся за Майкла, и теперь можем переключаться за двух персонажей. Прошли мы, да, миссию с Италислава, да, довольно она была интересненькая, мне понравилась, такая прям вообще прям, Я успел подрогать, ой, я опять это сказал. Все, собственно говоря, приключились мы за... Куда он-то, камера-то? Подальше чуть-чуть, да? Все. И теперь мы сможем переключаться за двух персонажей. Либо за Тревора, либо... А можем за Франклина переключаться? Реально, что ли? Можем. То есть теперь за троих персонажей можем снова переключаться. Да, теперь открылись три персонажа. Теперь мы сможем играть за троих персонажей, а не за двоих. И прошли мы с Тревором и Майклом миссию. И теперь у нас миссия будет Франклина, но уже в следующей части. Так, ну, собственно говоря, такая довольно прикольная миссия в конце. То есть я говорил, что он счастливчик. Он всего лишь снял штаны и потанцевал перед Тревором и перед Майклом. А ведь Тревор мог его ударить, там, не знаю, заставить сосать, там, отсосать, всякие. Ну, все что угодно с ним сделать. Он мог его нагнуть рачком, там, все такое. Это ж Тревор. Так что он один из счастливчиков, которому повелось спастись от Тревора. Нет, какой один из счастливчиков? Ну, есть там и первый счастливчик. Возможно, и последний. Так что вот такие вот дела. Ну что ж, а у нас следующая миссия... Под Франклином, да, открылась вон Лестер. Есть предложение, жду тебя на палубе. Ну, где-то там около этого пляжа. Теперь мы сможем не только за Майкла проходить миссии, но и за на Лестера. И за Франклина. Так, он нам позвонит. По поводу нашего ограбления. Ну, типа, созвонились по поводу сделки, и нам еще дал 177 800 долларов. Ехать. Вот это богатый. Окей, сохраняем игру. Постараюсь ее потом наладить, чтобы она больше-менее подлагивала. Так, а сохраняемся мы в стрельбе по мишеням. Подожди, нет. Сохраняемся мы вот здесь, Тревор Филлипс Индустрис. Ну что же, прошли мы 16-ю серию. Я сказал, что это вообще 16-я серия. Да, это 16-я серия прохождения GTA 5. Без вебки сегодня, к сожалению. Но, надеюсь, тем не менее, она вам понравилась, собственно говоря, да. Будет одна миссия под Франклином, другая миссия под Майклом в следующей части. А через часть уже будет под Тревором. Потому что мы под Тревором несколько серий подряд проходили только миссии под ним, да. Ну что же, если понравилось видео, оценивай, ставь мысленные комментарии, мысленные лайки. И, собственно говоря, говори, что понравилось, что не понравилось. С тобой был я, Кирилл. Увидимся в следующей части. Удачи тебе и пока. Здорово, братан. Че, на свай принес? Кидок вообще. Я, короче, ему на свайп, этот самый, у него хотел на свайп купить. А, деньги ему отдал, а он убежал. Так что, вот такие вот дела. А он убежал, короче, и не отдал мне деньги за на свайп. Подожди, он убежал, он же мне деньги не отдал, стоять! Стоять, я сказал! Деньги мне гони за наркотик, который я тебе продал. Стоять!